Мир, в котором мы живем, очень выматывает. Он неблагодарен. Вы устали даже от того, что живете в нем. Вы устали слишком много любить, заботиться, отдавать миру, который никогда ничего не дает взамен. Вы устали от неопределенности, устали от серых будней. Когда-то вы были полны светлых надежд, оптимизм перевешивал цинизм. Вы были готовы отдавать снова и снова, но разбитое сердце, невыполненное кем-то обещание, неудавшиеся планы — все это постепенно возвращало вас с небес на землю. Мир не всегда был добр к вам, и вы теряли больше, чем выигрывали. А сейчас нет совершенно никакого вдохновения, чтобы попытаться снова. Я понимаю вас. Правда в том, что мы все устали. Каждый из нас. По достижении определенного возраста, все мы не более чем армия разбитых сердец и ноющих душ, которые отчаянно ищут гармонии. Мы хотим больше, но слишком устали, чтобы просить об этом. Нам не нравится, где мы сейчас находимся, но мы слишком напуганы, чтобы начать что-то сначала. Мы должны идти на риски. Но боимся увидеть, как все вокруг нас может попросту развалиться. В конце концов, мы не уверены, сколько раз мы сможем начать все сначала. Еще одна правда в том, что мы устали друг от друга. Устали от игр, в которые мы играем. Лжи, которую мы рассказываем. Неопределенности, что мы дарим друг другу. Мы не хотим надевать маску. Но и оставаться наивным дураком нам тоже не нравится. Приходится играть ненавистные нам роли и кем-то притворяться, потому что мы не уверены в своем выборе. Я знаю, насколько сложно продолжить что-то делать или пытаться предпринимать новые и новые попытки, когда душевные силы на исходе. А те оптимистичные идеалы, которые вы лелеяли когда-то, кажутся теперь безнадежными и глупыми. Но вот что я прошу, если вы уж так близки к тому, чтобы сдаться, сделайте еще одну попытку изо всех сил. Мы намного более жизнерадостны, чем можем себе представить, и это неоспоримая истина. Мы способны отдавать больше любви, больше надежды, больше страсти, чем отдаем сейчас. Мы хотим немедленных результатов и сдаемся, если не видим эффекта. Мы испытываем разочарование из-за отсутствия обратной связи и попросту оставляем все попытки. Поймите, никто из нас не может быть вдохновлен каждый день. Мы все выдыхаемся, мы все расстраиваемся, мы все устаем. Тот факт, что вы выбились из сил и устали от жизни, вовсе не означает, что вы стоите на месте. Каждый человек, которым вы когда-либо восхищались, хоть раз чувствовал поражение в погоне за мечтой, но это не помешало ему достичь своих целей. Не позволяйте себе сдаваться, что бы вы ни делали, будь то ежедневная рутина или реализация больших и грандиозных планов. Когда вы устали, двигайтесь медленно. Двигайтесь спокойно, не спеша. Но не останавливайтесь. Вы устали по вполне объективным причинам. Вы устали, потому что многое меняете и делаете. Вы устали, потому что вы растете. И когда-нибудь этот рост сможет по-настоящему вдохновить вас. Не сломаюсь, смогу победить.